После того, как была сделана стропильная конструкция, сверху на нее мы смонтировали ветрозащитную пленку. После ветрозащитной пленки мы установили контрабрешетку. Для этого мы использовали брусок 50 на 50. Потом мы смонтировали обрешетку с шагом 35 сантиметров друг от друга из обрезной доски 100 на 25, после чего была уложена фанера ОСБ, которая предназначена именно для этих целей. Фанеру мы монтировали с зазором примерно около сантиметра для теплового расширения. После того, как все эти процедуры были сделаны, значит, на фанеру снизу мы смонтировали капельник, сбоку у нас смонтирована ветровая планка, сверху на них мы смонтировали гидроизоляционные маты, которые предназначены для того, чтобы защитить кровлю от любых возможных протечек. Снизу и сбоку, где у нас маты ложатся на ветровую планку и на капельник, мы ее дополнительно проклеили битумной мастикой и сейчас монтируем непосредственно саму мягкую кровлю. Мягкая кровля монтируется исходя из рисунка и забивается оцинкованными гвоздями с широкими шляпками примерно где-то 2 сантиметра от нижнего края мягкой кровли. Таким образом, когда укладывается следующий лист, он эти гвоздики закрывает, таким образом исключаются любые протечки. Также на мягкой кровле у нас имеется клеевая полоса, которая при нагреве от солнца, она приклеивается уже к нижнему полотну. Начинается утепление фасада дома. Утепление мы делаем из минеральной ваты. Толщина утепления у нас 100 мм. Мы делаем утепление в два слоя, минватой по 50 мм с перехлестом швов. Здесь у нас холодная терраса, поэтому мы утепляем и стены, которые у нас переходят в дом. Для того, чтобы у нас здесь не было лишнего холода, не промерзали стены и не создавался конденсат. Соответственно, здесь мы начинаем утеплять прямо от пола. В тех местах, где у нас фасад утепляется от цоколя, мы сначала смонтировали вот такой вот направляющий профиль. На него в дальнейшем уже укладывается минеральная вата. Потом будет разделять цоколь. Цоколь будем утеплять экструдированным пенополистиролом. Соответственно, перед тем, как клеить минвату на фасад, мы фасад зачистили от лишних фракций. Там где-то кусочки клея торчат. Фасад у нас был загрунтован. Грунтовали мы фасад для того, чтобы обеспылить и обезжирить поверхность, но больше обеспылить для того, чтобы клей нормально приклеивался к газосиликатному блоку. Минеральная вата клеится на специальный клей. Сначала мы клеим первый ряд, обклеиваем все стены одним слоем утеплителя. После этого, когда уже клей под утеплителем застынет, мы начнем монтировать второй слой утеплителя. Он у нас будет монтироваться уже механическим способом на специальные фиксаторы. Фиксаторы у нас будут с металлическим штырем, так как в дальнейшем здесь планируется фасад частично еще украсить камнем каким-то или клинкерной плиткой, для того, чтобы это все выдержало нагрузку этого дальнейшего материала. Для того, чтобы переклеить минеральную вату на стену, значит, клей наносится на минеральную вату на всю поверхность минеральной ваты, которая будет приклеиваться, то есть не как пенополистирол экструдированный участками, а именно на всю поверхность наносится гребенкой, для того, чтобы утеплитель, минеральную вату, можно было подрегулировать, чтобы выставить ее нормально по уровню. Итак, минеральная вата прикладывается к стене, немножко придавливается для того, чтобы клей нормально прилепился самому стеновому материалу и оставляется высыхать. После того, как у нас первый слой, который был утеплен, то есть приклеен на клей, первый слой утеплителя, он у нас застыл, мы начинаем утеплять вторым слоем. Второй слой минваты мы ставим так, чтобы был перехлест швов, чтобы исключить мостики холода, и фиксируем второй слой уже только на механические фиксаторы. Фиксаторы выглядят таким образом. Это такие, условно говоря, грибочки с металлическим штырем. То есть сначала сверлится отверстие, потом они забиваются и фиксируются к стене.
так как вы видите, данными фиксаторами происходит довольно надежное крепление. Он никуда отсюда не денется. Грибки довольно плотно сюда входят и надежно его прижимают. Дальнейшие какие-то подвижки утеплителя, они практически исключены. То есть фасад у нас не потрескается и будет сохраняться красивый эстетический вид. Значит, после того, как мы утеплим полностью вторым слоем весь фасад, будем армировать сеткой, мы его начнем штукатурить специальной клеевой смесью. На углах, на откосах мы обязательно будем ставить уголки с армирующей сеткой для фасадов. Будем шпаклевать весь фасад, готовить уже к декоративной отделке. Заканчиваем штукатурку фасада, то есть у нас фасад был утеплен минеральной ватой. После этого на первый слой минеральной ваты мы укрепили фиксаторами второй слой минеральной ваты. И на данный момент мы наносим выравнивающую штукатурку. Штукатурка — это специальная клеевая смесь, которая предназначена именно для нанесения на минеральную вату. Потому что есть для нанесения на пенополистирол, это для минеральной ваты. Как это происходит? На минеральную вату наносится штукатурно-клеевая смесь. После этого в нее утапливается сетка для ее армирования. Сетка — это стеклотканевая, предназначенная специально для фасадов. То есть она не гниет и не ржавеет. После того, как на нанесенную штукатурку была приклеена сетка, сетка утапливается в ту штукатурную смесь, которая была уже нанесена. И потом еще дополнительным слоем в районе 2-3 мм выравнивается поверхность, то есть готовится непосредственно к дальнейшей декоративной отделке.